может быть никакой жизни без порядка. Добро, зло, тьма, свет. Во Вселенной все должно находиться в равновесии. Таков закон обугленного совета, поставленного Создателем для сохранения самой ткани мироздания. Но равновесие было нарушено. Даже сейчас Земля догорает в руинах. Перейдя во власть демонических лордов, а разрушитель со своими приближенными строит новое царство. Говорят, апокалипсис начался из-за того, что всадник война, что он без разрешения отправился на Землю, чем и обрек человечество. Но что же другие всадники? Бесстрашные орудия совета. Где ярость, раздор и смерть? Чтобы понять их имена, нужно сначала узнать другое. Проклятое порождение ангелов и демонов. Нефилимы предали мечу бесчисленную веру. Спалили дотла. Но четверо из них устали от резни и убоялись, что их наступление будет угрожать равновесию. Так был заключен мир. Четверо стали служить совету в обмен на невообразимую силу. Так появились ужасные всадники. Первым же их заданием стало убить своих братьев, истребить нефилимов и уничтожить их души. Теперь взглянем на одного из четверых. Не на войну, которая лежит в цепях перед советом, взывая о своей невиновности, а на того, кто отправится спасать своего брата любой ценой. Его называют по-разному. Всегубитель, палач. Мы же будем звать его Смерть. Войну, Смерть поклялся возродить человечество. Ты не имел, как это сделать. Смерть отправился через ледяную завесу, чтобы найти хранителя тайн. Лошади.
Thank you.
Ha, 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 ha.